Так, батюшка, я хотел спросить, вот приезжали в среду прошлой недели баптисты, пели здесь 11 человек. Как ты думаешь, уже не первый раз, я как бы спросили даже, можно ли еще приехать. С какой целью они приезжают и что нам это дает? Ну, с какой целью, я не могу сказать. Я их первый встретил здесь, они подъехали когда. Ну вот, рабочий день, я говорю, сейчас никого собрать мы не можем, потому что все на работе. Игорь там зерном занимался, там это, мы все, я говорю, я как раз выгонять баранов. Нет. Ну, немножко, ну пойдемте, храм посмотреть, мало завел я в храм, они посмотрели храм. Знаете, молодежь, говорит, не видела никогда там. Некоторые вопросы, а это что такое, а это что, почему там по храму иконостас. А туда двери зайти, я говорю, а нельзя заходить, а только священнослужитель. Он говорит, а я священнослужитель. Я говорю, ты не тот священнослужитель. Вот, ты не можешь зайти. Ну, открыть дверь, показать и можно было сбоку? Но я не стал туда проходить. Я был так в рабочем, поэтому я не стал туда проходить. Грязные сапоги были, я уже не пошел туда. Ну, так, поговорили, там, про гнезда с ласточек. А они надписи наши видели на стенах? Ну, конечно, видели. Видели, что. Ну, потом мы вышли в школу показать. Я, а можно мы споем вам? Ну, давайте спойте. Они мне один там псалом спели. На пианино один парень играл, они, ну а что, поют хорошо. Он меня спросил только, а вот вы, когда благовествуете, у вас как это вы делаете, какой порядок? Я говорю, а что вас это интересует, почему? Ну, мы вот куда приезжаем, говорит. Она сразу спрашивает, а вы не с Потеряевки? То есть там уже были где. Но я им так объяснил. Как мы это делаем заранее, там договариваемся, если там дом культуры, потом объявление расклеиваем, потом проходят по домам за несколько часов до этого, там с людьми, кто может немножко беседовать, и Евангелие, чтобы было Евангелие в каждом дому раздавали. Мы, говорю, десятки тысяч Евангелия. 30 тысяч человек в окрестностях раздали. Да. Ну вот, вот так говорю. Ну, а собирается много там, когда вы в Дом культуры? Немного, я говорю, бывает 20 человек, 30, а то, может, и 5 придет. Вот. На стадионе собирали. Да, но с какой целью, я не спрашивал это. Он говорит, можно приехать? Я говорю, только заранее договариваться надо, когда день свободный, у нас праздник или что-то. А так, видите, все на работе, мы не можем, говорю, это бросить все и идти, поэтому так вот. Ну, а какая цель? Цель та, что думают, что, может быть, они думают, что даже это, ну, к себе как бы привлечь свою веру, это я на это не думаю. Ради интереса, может быть, они все-таки. Просто интересно. Кто-то не был молодежным. Ну, я думаю, еще к ним вот так священники-то, видишь, вызывают полицию и прочее это. А они не зарегистрированы, их очень легко тревожить. Показать контрастность, дескать, не все такие православные, баптистов не любят, а есть те, которые его... Ну, не, но об этом ничего не говорили, просто так вот. Я думаю, просто им ради интереса, только что ради интереса. Как начальник уголовного розыска, вот привозят один раз одного, другой другого. Ну, посмотри, они же никогда не были, они вот даже вопросы задают и... Совсем даже, а это что такое, а это что такое, вот это. Как будто бы только откуда-то свалились они, это не знаю. Мы-то их песнопение, все знаем, как служба идет у них. Ну да. А нашего-то они ничего не видели. Они не видели, ничего не знают. Что-то мало, где-то остальные-то где они? А вон они где там идут. Вон они там вот. Ну, поэтому, может быть, так вот они... Ну, а чтобы организовать с ними беседу, я думаю, они не пойдут. Не идут никак. Не пойдут. А надо так договориться, сказать, вот, с вашей стороны, с нашей, по одному человеку, там, минут по 15. А кто желает сказать что-то там в письменном виде, ну, дают совет своему, бумагу там подпишут, напишут. Ну, навряд ли они на это пойдут. Они вот приехали, пропели там, попели, что, и все, на этом и... Писание, вот я насколько знаю, писание совсем не знают. И не верят даже. Считаю, цитирую, он как будто не слышит, совершенно глухой. Сказал бы, как так? Это так написано. У них, видишь как, они то, что по ихнему учению они заучены, они это повторяют и все, дальше это не идут.
Потому что толкований нет никаких, а ну, да. Есть какое объяснение, как ему же втолковано это, так оно и. Да, вот так. Ну, я когда сказал им, что я у вас был там в табунах, и даже с пресвитером не дали встретиться, связаться-то, это удивило их. А Игорь говорит, у них там хорошего или какая-то деревня. Она говорит, больше, чем табуны, там баптистов больше. Они там в своей деревне, наверное, не с самих табунов, наверное, да, а в деревне. Да. Ну, так они, девчонки все, это не стриженные, в длинных юбках и... Косы все такие, благообразные. А мужики-то там все бритые, без пояса. Ну, это... без пояса. Но не запитые, не прокуренные. Да. Лица-то чистые лица. Да. Видно, человек, когда если пьет и курит, его сразу заметно. Ну да все, им приедут в следующий раз. Надо сказать, нам песнопения ваши известны. Давайте беседовать. Поднять вопросы, какие они пожелают. Там, и, как правило, про иконы. Сказать, нужно поговорить о церкви. О священстве. Ну, предложить, значит. Я не знаю, у кого есть, нет, кто-то брал или нет у них визитку с ними сговориться, что у меня-то нет ничего. Ну, у меня тоже нет ничего. Не спрашивал. Алешка вроде там что-то обменялся, давал. Не знаю. Свои я дал. Ага. Человек, наверное, больше 5 взяли. Ну, ну что сказать. Если цель, Бог не... Цель какая? Не просто же какую-то цель они ставили. Вы, но они ничего не высказывали. Просто мы вот пропечь хотим вам там это. Да я говорю, мы это знаем. У нас, особенно в городской общине, у нас, говорю, каждое воскресенье эти псалмы-то поют люди. Многие известны, знаемы. Понятно. Чтобы ехать сюда, так это, говорит, километров 30. Это еще до Карповки. Ну да. Это 30 откуда? Это они были, где они? А до дома-то, до них-то там 300 километров с лишним. Игорь говорит, 30. До куда? До табунов-то. Да ты че? Где-то ехать 6 часов ехать. О-о-о. Это километров 300 с лишним. Ну такую даль-то они едут тоже. Они где-то здесь, наверное, по деревням были, а здесь уже к нам по пути заехали. Не специально они ехали к ну, нам. Ну да. Ну так как они не зарегистрированы, несколько жалоб поступит, и им будет нехорошо. А я не спросил, они регистрированы или нет. 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 Не регистрированы. Поэтому они сегодня вне это закона. Мало баранов-то у меня, как бы и половина не ушла. Ну давай, поищи. Ну да, хватит, пошли, все. А, вот они все. Попрятались. Ладно, поеду я домой. Ладно.